Всем привет! Сегодня рассмотрим машинку Gamma с артикулом GS615. Я эту машинку назову на все случаи жизни. Думаю, вы сами поймете почему. Потому что в этой машинке есть все. Давайте я его распакую. Так. Посмотрим, что входит в комплектацию. В комплектации у нас ничего нету, коробки. Сопроводительная документация. Док-станция. Потом есть у нас в комплекте идет пятна садок, масло, щеточка и последний насадка. А также есть шнур зарядки. Вы можете машинку подключить напрямую, а также можете заряжать от базы. Покажу потом. В комплекте у нас идет ножницы. Они выглядят вот таким образом. Не Ягуар 5 класс, конечно, но вы сами потом поймете, для чего они нужны. Честно говоря, я не знаю, для чего они нужны. Вроде что-то режут. Проверять не буду. И расческу. Расческа у нас идет комбинированная. Вроде по руке хорошо скользит, не царапает. Концы закругленные. Ладно, это все не важно. Где у нас машинки? Плюс машинки заключается в том, что в комплекте идет 5 насадок. Раз, два, три, четыре, пять. Пятая идет на машинке. Т-образный ножевой блок, шейвер для гладкой бритьи, стандартный ножевой блок для кантовки, ножевой блок для узоров и триммер для носа и ушей. Ну, давайте что-нибудь одену, все, наверное, не буду одевать. Включается машинка вот таким образом. Небольшой нюанс насчет шейвера. Вы можете, вот по бокам есть кнопочки, вы можете нажать кнопки, почистить от волос лишних и обратно поставить. И ножевой блок сделан из нержавеющей стали с прецизионной обработкой. Так что ножевой блок будет дольше держать заточку. Кстати, не забываем смазывать ножевой блок и чистить. Это обязательно, чтобы нагрузка не была на двигатель. Знаете, кстати, почему я назвал машинку на все случаи жизни? Что меня удивило именно то, что из вот этих все три ножевых блока можно регулировать. Например, одели мы ножевой блок для узоров. Вы можете ход ножевого блока регулировать. Это удивительно просто. Я первый раз такое вижу. Точно так же можно Т-образный ножевой блок регулировать. Это тоже удивительно. Там примерно в описании не пишут, но примерно регулируется от 0,3 до 0,9 миллиметров. Примерно вот такой диапазон. И точно так же регулируется стандартный ножевой блок для кантовки. Какой еще плюс у машинки? Плюс машинки еще заключается в том, что две ножевых блока, обычные и Т-образные, на них можно одеть насадки. Так, я вам сейчас покажу. Насадок у нас, как я говорил, 5 штук. Из 5 на Т-образные одевается 4 штуки. В комплекте у нас идет 3, 6, 9, 12. Давайте оденем, ну, любую, давайте 12 возьмем. Я его одел, и хорошо. И почему я говорю, что машинка на все случаи жизни? То, что мы берем другой ножевой блок, одеваем насадку, и можно регулировать высоту. Каждый силочек это 0,5 миллиметров. И плюс еще вы можете лавировать регулировкой ножевым блоком с кнопочки. Про машинку. У машинки DS роторный двигатель 9 ватт мощности. Потом про батарею. 60 минут работает, 10 часов заряжается. Единственный минус то, что он 10 часов заряжается. Как я говорил, машинка идет комбинированная. Что еще можно сказать? Давайте я покажу, как с базы заряжается. И, кстати, машинка очень дешевая, несмотря на все преимущества. На данный момент я укажу на экране, сколько он стоит. Знаете, что мне понравилось в этой машинке? Как здесь у других машинок база, к базе подключается шнур, и вы можете заряжать. А здесь, чтобы сэкономить, вы отсюда проносите шнур, одеваете напрямую и защелкиваете. Вот это называю хай-тек технологией. Да.
Вот так вот. Корпус эргономичный, не просто, знаете, выпиленный пластмасса, а он эргономичный, вот, как вы видите. В руке он лежит хорошо, есть рифленость на поверхность, чтобы он не скользил. Есть LED-лампочка, когда вы заряжаете, загорается LED-лампочка. Вес машинки всего лишь составляет 167 грамм. Так что, кстати, если вы хотите эту машинку приобрести, можете на сайте zepsus.com, ссылку укажу под видео. Вот, кстати, еще есть такое преимущество, вот такие все принадлежности, чтобы нигде не валялись, вы можете это все разложить на док-станции. Красиво это все. Ну, а также насадки можете разложить, чтобы они нигде не болтались. Как они вставляются? Ну, вот так они примерно вставляются. Потом разберетесь, думаю. Так что ставим лайки. Если что-то интересуется, пишите комментарии. Я с удовольствием вам отвечу. Спасибо за внимание. Всем до свидания. Всем удачи.